إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلا الله господи ميروف мир и благословение его пророку и мухаммаду صلى الله عليه وسلم Всей его семье, всем сподвижникам, а также всем тем, кто последовал по Его верному пути вплоть до судного дня. Я свидетельствую, что никто не достоин поклонения, кроме единого Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его рабы – посланник, я Айюхаллядина Аманутакулла илля муслимун, от те, которые уверовали, бойтесь вашего Господа.

а затем создал из нее же самой пару для нее и расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг друга, и бойтесь нарушать родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами. Я, айюха, ладзина аману, таку Аллаха, ва садида, юслих лакум а'малакум, ва ягфир лакум дунубакум, ва мэй ютыи Аллаха ва Расулаху, фа кад фаза «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах исправит ваши деяния, простит вам ваши грехи. Тот же, кто повиновался Аллаху и его посланнику, уже обрел великий успех». А затем, дорогие мусульмане, уважаемые единоверцы, Самое ценное, что есть у нас, это вера во Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах, Творец небес и земли, Бог, создатель, тот, кто заслуживает поклонения. И никто кроме него этого поклонения не заслуживает. Аллах в Коране сказал, а ⁇ Видел ли ты того человека? ⁇ который взял себе вместо божества, вместо божества собственную страсть, или же обожествил собственную страсть. За это Аллах сбил его, несмотря на то, что человек знал то, что он делает, но Аллах за это сбил его, и запечатал его слух и его, зрение, и его сердце, и сделал на его зрении определенную завесу, которая не дает увидеть истину. Также Аллах говорит в Коране. Афилляхи шаккун. Афилляхи шакун, самавати вал ард. Разве же в Аллахе может быть сомнение в Создателе Небес и Земли? Очевидно, дорогие мусульмане, Аллах обращает наше с вами внимание, внимание всех людей, что во всем можно сомневаться, в нас самих, в нашей жизни, в наших деяниях, в том, что мы видим, слышим но в единственном, в единственном не мож, нельзя сомневаться, это во Всевышнем Аллахе. Потому что его существование, и то, что он есть, и то, что он всем управляет, то, что он заслуживает поклонения, является настолько непреложной и очевидной истиной, что никакого сомнения не может быть в едином Всевышнем Аллахе. Хотя во всем остальном может быть сомнение. То, что Аллах существует, это неприложная истина. Но порой человек, запутываясь в собственной жизни, в каких-то бытовых вопросах, может об этом забывать. Либо же прятать голову в землю и думать, что он управляет своей жизнью. И думать о том, что он может решать в этой жизни. Хотя еще 30, 40, 50 лет назад его в этой жизни не было. Нет, дорогие мусульмане. Всевышний Аллах управляет всем. И на это существует три вида доказательств. Первое доказательство – это доказательство врожденной природы человека. Каждый человек, вне зависимости от вероисповедания, знает, что есть тот, кто всем управляет, знает, что есть тот, кто его создал. Пусть он на словах это не признает, пусть он поступает не в соответствии с законами Всевышнего, но в глубине души каждый человек, здравомыслящий, разумный, взрослый осознает существование того, кто выше него, как своей сущностью выше, так и своими атрибутами. Первое – это доказательство врожденной природы. Второе – доказательство существования Аллаха. Это разумные доказательства. Третье – это шариатские доказательства. Что можно сказать о доказательствах врожденной природы? Мы знаем с вами, что каждый человек рождается с присущей ему склонностью к поклонению единому Аллаху. И лишь родители, воспитывая своего ребенка неправильно, могут отклонить его от правильного поклонения Аллаху. Посланник Аллаха сказал, что каждый рождается с этой врожденной природой, каждый новорожденный. Но затем родители делают из него христианина, иудея или же огнепоклонника. Наша с вами задача, как мы уже об этом говорили ранее, просто сохранить эту врожденную природу в себе и в своих детях. Не дать ей отклониться, не дать ей исказиться. Все мы видим и все мы нуждаемся во Всевышнем Аллахе, в Его поддержке. Когда мы болеем, когда мы в здравии, когда мы работаем, мы понимаем, что наша работа не дает нам удел. Ибо поистине, если бы это было так – то каждый, кто работает 8 или 10 часов в день, или 20 часов в день, он был бы богатым, а каждый, кто не работает, был бы бедным. Но мы знаем, что удел находится не в наших руках. Мы всего лишь делаем причину. Эта врожденная природа подчеркивает нашу нужду во Всевышнем Аллахе. Также мольба о помощи, когда мы знаем, что всем мы не владеем, мы не можем объять своими возможностями все, что нас окружает. Мы не можем исцелить своих детей. Мы даже самих себя не можем исцелить. Мы можем пить таблетки целыми горстями, но это не гарантирует нам выздоровление. Другой же человек может не пить вообще никаких таблеток, и, это да, и он будет здоровый. Из этого мы делаем решительный вывод, что существует тот, в чьих руках находится здоровье человека и его жизнь. Хотелось бы в качестве примера привести одну небольшую историю, которую передает один мусульманин. Он рассказывает, однажды он путешествовал в самолете. И, как обычно, ведется с человеком, познакомился со своим соседом, который сидел рядом с ним. Этот сосед оказался атеистом, неверующим. Но в какой-то момент капитан этого самолета сообщил о том, что один из двигателей вышел из строя. И после этого Мусульманин обратил внимание, что все люди начали молиться Всевышнему Аллаху. Все люди стали поднимать руки кверху и обращаться. О Бог, о Господь, на своем языке. Они не взывали к кому-то другому помимо Бога. И даже этот атеист, который сидел рядом с ним, он начал кричать. О Боже, о Боже. Да, дорогие ребята, да, дорогие братья. На самом деле, нету атеистов в падающем самолете. Так же как и нету атеистов среди разумных людей. Всевышний Аллах говорит в Куране, Иях, Фаламма Барри, Кафура, что означает, когда вас касается какое то зло и вы пребываете в море, можем привести параллель, когда мы пребываем в воздухе, пребываем в трудной ситуации в любом другом месте. Никто вам не способен помочь, кроме Него. А когда же Он, то есть Всевышний, спасает вас и выводит на сушу, то вы отворачиваетесь. И человек является очень неблагодарным существом. Также Аллах говорит, что означает, когда они садятся на корабль, то взывают к единому Аллаху, очищая перед ним свою религию. Когда же он их спасает, и они выходят на сушу, они начинают приобщать к Аллаху сотоварищей в поклонении. Да, дорогие мусульмане, это относится к доказательствам существования Аллаха, которое вложено в нашей с вами врожденной природе. Вторая категория – это разумные доказательства. Существует только три вероятности. Первая вероятность: либо все, что нас окружает, создало сам, само себя, и это невозможно, потому что то, что я, то, что имеет начало, когда-то его не существовало. Мы с вами? Разве мы создаем самих себя? Ни в коем случае. Никакой разумный человек не скажет, что он создает сам себя. 30, 50, 100 лет назад нас с вами не было на этой Земле. Соответственно, мы не можем являться творцами. Это очевидно. Вторая вероятность, что все произошло по случайности. Но это также неприемлемо, потому что мы видим последовательность, систематизацию того, что нас окружает. Посмотрите на звезды, на планеты, которые друг с другом не сталкиваются, которые ходят по своим орбитам чуть-чуть на миллиметр отклонись земля вправо или влево, будет либо холод, либо жара, и мы не сможем с вами существовать. Все двигается четко, как в нас самих, так в нашей жизни, так и во всем, что нас окружает. Никто не заявляет из разумных людей, что все само собой произошло и имеет такой идеальный порядок. А остается только третья вероятность, которая является единственной правильной. Это то, что за этим стоит Творец, за этим стоит Создатель, тот, кто всем управляет и все знает. Однажды, когда был ниспослан аят, о котором мы сейчас с вами поговорим: один многобожник, один человек, который в то время был многобожником, услышал этот аят. Его звали Джубер бин После Впоследствии он стал мусульманином. И когда он услышал аят, «Ам хулику мин гайри шейин, ам хуму ам халаку с самавати вал арда, бал ла юкинун, ам индахум хазаину роббика, ам хуму лмусайтирун». Что означает, разве же, разве же они созданы из ничего? Или же они являются создателями? Ни в коем случае нет. Или же они создали небеса и землю? Но нет же, они не убеждены. Или же они владеют сокровищницами твоего Господа. Или же они владеют тем, что их окружает? Конечно же, нет. И когда Всевышний Аллах не спасал эти аяты, Джубер бин Мута им сказал: Мое сердце готово было взлететь к небесам. И это было первое зерно, которое поселилось в, моей, в моем сердце. Первое зерно веры, которое поселилось в моем сердце. Также известный пример когда простой пастух, простой бедуин, когда у него спросили, почему он верит во Всевышнего Аллаха, он сказал, навоз, который мы видим на земле, он указывает на существование верблюда, который его оставил. Следы на земле указывают на путь, то есть на тех, кто их оставил. Небо, которое имеет созвездие, земля, которая имеет ущелья, и море, которое имеет волны – все это указывает на Всевышнего и Всезнающего. Все это, дорогие мусульмане, указывает на то, что есть Создатель, и есть тот, кто за всем этим стоит. И также имам аш -Шафи, да помилует его Аллах, говорил, доказательств существования Аллаха столько, сколько его творений. Поэтому каждый, кто посмотрит на любую вещь, созданную вокруг него или на самого себя, он найдет в каждой этой вещи доказательство существования великого Творца. И третья категория, дорогие братья, это шариатские доказательства. И их очень много. Те доказательства, которые упомянуты в Коране и в Сунне, о том, что есть Аллах, и что только Он заслуживает поклонения. Сколько людей сегодня следует, точнее, какая самая распространенная религия на сегодняшний день? На сегодняшний день большинство людей являются формально и номинально христианами. Всевышний Аллах одним аятом опроверг божественность того, чему поклоняются христиане. Он сказал хорошие слова про Иису, про Иисуса, что он был пророком, что его мать была самой праведной женщиной из всех, но при этом они не были богами, как думают сегодняшние христиане. Одним словом Всевышний Аллах опроверг их божественность. Что это за слова? Это слова «каная куляни таам». Они кушали еду. Тот, кто кушает еду, он нуждается или не нуждается? Вне всякого сомнения. Пусть человек неделю, месяц не поест еду, полгода не поест еду. Естественно, человек умрет. Соответственно, человек нуждается. А тот, кто нуждается, не может быть Богом и Творцом изначально. Одним словом, божественность тех, кому поклоняется большинство людей на земле сегодня, она была опровергнута еще 1400 лет назад. Дорогие мусульмане, кто создал человека и наделил его всем? Аллах говорит. Неужели не прошло, то вре не, пришло не прошло то время, когда человек был безвестен? То есть разве человек не посмотрит на тот период, когда его даже не было на этой земле, про него никто не знал? Неужели человек не учтет этот момент, чтобы не припираться, а уверовать во Всевышнего Аллаха? Так природа ли сотворила все, что нас окружает? Либо же у этого есть Создатель? Конечно, есть Создатель. По исследованиям ученых, на сегодняшний день существует около 7000 тысяч языков. Не диалектов, дорогие мусульмане, а языков. Субханаллах, Аллах сказал об этом в Коране. аятихи самавати альсинатикум ва альваникум. Что означает? К одним из его знамений относится то, что он создал небеса и землю. И то, что он создал множество различных языков, которыми вы общаетесь. И множество различных цветов кожи. Светлые, темные, желтые. Все это творение Аллаха. И во всем этом есть знамение. Обратите внимание как человек садит безжизненное зернышко в землю. Земля, в свою очередь, тоже безжизненная. Солнце, которое светит, безжизненное. Вода, которая поливают это зернышко, безжизненное. И в итоге появляется что-то живое, что дает плоды. Более того, не просто дает плоды, а дает различного вкуса плоды. Сладкие, кислые, горькие, острые и так далее. Пресвят тот, кто сотворил нас и все, что вокруг нас. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فلا الله يدينمو تفرصو يسازداتلو достойному поклонения и мир и благословение его пророку и посланнику Мухаммаду, саллаллаху Дорогие мусульмане, к сожалению, несмотря на всю очевидность доказательств существования Всевышнего Аллаха, находятся те люди, которые подают это сомнению. Аллах сказал в Коране, «Калю ма илля хаяту над намуту ва ма илля что означает «Они, то есть часть людей, которые не уверовали во Всевышнего Аллаха и сомневались в нем, сказали, поистине мы живем только эту мирскую жизнь, мы только рождаемся и умираем, и на этом все, точка. И нас губит только время, то есть наша старость, он умер от старости, он умер от своих болезней и так далее. Нет, нет, эти слова являются явным очевидным заблуждением и противоречием тому, что окружает нас с вами, и тому, что окружает тех людей, которые так заявляют. Если вам кто-то расскажет, что был построен дом, здесь, в Киеве, построен большой, красивый двухэтажный дом, его обставили мебелью, самой последней техникой, сделали вокруг него лужайку, гараж и так далее, разве у кого-то возникает сомнение, что этот дом был построен кем-то? Что не просто свезли а различные детали, различные материалы, ждали год-два, и дом сам построился, вне всякого сомнения. Никто не сомневается, что этот дом был построен кем-то, архитектором, строителем, тем, кто вложил в него что-то от себя. Так почему же у людей вызывает сомнение создание всей этой жизни и создание нас с вами? Если создать дом, это намного проще, чем создать человека. Также мы видим с вами, что на нашу мольбу Аллах дает ответ. Всевышний дает ответ, Аллах говорит в Коране. Когда вы в трудной ситуации взываете к Аллаху, Он помогает вам, Он отвечает на ваши мольбы. Однажды к известному великому имаму Абу Ханифе, да помилуйте его Аллах, пришли люди из Индии, какое-то философское течение, и начали с ним спорить о существовании Всевышнего Аллаха. Он сказал им, дайте мне несколько дней, потом придите ко мне. После того, как они вернулись к нему, Абу Ханифа начал свой разговор. Он сказал, представьте себе корабль, который плывет в море. Этот корабль из пункта А в пункт Б приплыл. Он прибыл в порт, он пришвартовался, с него были разгружены товары. И все это, представьте, без экипажа и без капитана. Возможно ли такое? На что эти люди ответили Абу Ханифе: это невозможно, это просто не поддается разуму. Никто с этим не согласится. И тогда Абу Ханифа опроверг их убеждения, сказав: разве же все это земля? Это небеса, это земля, все, что на ней создана просто так, если вы не допускаете, что корабль мог это сделать сам по себе, то как вы допускаете, что все, что нас окружает, появилось вследствие случайности, без управления со стороны Всевышнего? И также, дорогие мусульмане, что очень важно, господство Всевышнего Аллаха, о котором мы сегодня с вами уже говорили, оно обязывает людей поклоняться Ему. Всевышний Аллах говорит, «Я, айбуду, раббакум, халакакум, мин قабликум, ал что означает, о люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и сотворил тех, кто был до вас. То есть не то, что Аллах ⁇ это наш Бог, Бог мусульман, а у других людей свой Бог. Это неправильно. Аллах на арабском означает единый Бог, достойный поклонения. И Он для всех один и Он творец всех людей. Другое дело, что люди бывают неблагодарны. И в завершении всего я бы хотел сказать, что самый большой грех – это многобожие. И он является самым большим, потому что это самая большая неблагодарность перед Всевышним Аллахом, который тебя создал, тебя взрастил, дал тебе все, дал тебе одежду, дышать, пропитание. И после этого ты посвящаешь свое поклонение не Аллаху. Как сказали ученые ислама, многобожие – это единственный грех, которому тебя не побуждают твои страсти. Да, есть страсти, связанные, искушения, связанные с противоположным полом. Есть искушения, связанные с употреблением запрещенных веществ. Ко всему этому побуждает душа человека. Страсть к высокомерию, страсть еще к чему-то. Но к многобожию никакая страсть не побуждает это является самым ярым и явным примером неблагодарности, который даже не побуждает душа человека. И также поэтому многобожие является самым великим грехом. Никакая душа к нему не стремится. Это только искаженная человеческая природа может дойти до многобожия. Я прошу Всевышнего Аллаха дать нам крепкую веру, крепкий иман и следовать за посланником Аллаха, саллаху Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы умерли со словами свидетельства «Ля Иллаха Илля Аллах», чтобы жили достойно в этой жизни и жили достойно в жизни вечной. اللهم صل على محمد وعلى محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين